Всем привет! Мы приехали на слет трофи тачек. Один к одному вот подобие вот таких вот дефов. Настоящих таких же, как у нас, кстати, модели. Есть разные, ну вот как видите, много там разных один к одному машин. И у нас слет трофи также будет. Надеюсь, сейчас звук записывается, потому что здесь ветерок небольшой. Сейчас надо будет прикрепить микрофон. Сейчас поедем покатаем по лесу. По тропинкам, там катались лыжники, вот, поедем посмотрим. Сейчас покажу вам КамАЗ. А это тут КамАЗ, уже почти доделанный, версия 1.0. Саня, ну-ка расскажи вкратце, что версия 1.0 под собой подразумевает? По сути, законченная версия, готовая к ходовым испытаниям, но есть разные доделки по электронике, в частности, которые хотелось бы исправить. Ну, посмотрим в процессе эксплуатации. А оснащение сейчас на нем что стоит? Ну, вот освещение сделано, дым, там по дифам, что по коробке, как это все реализовано? Трюксовские мосты, трюксовская коробка, спортовская одноступенчатая. А двухступка будешь или пока? Пока не знаю, пока посмотрим. Пока так устраивает. Сверху такая большая крышка, то есть звук стоит, аккумулятор, регулятор, это дым, то есть вывод на два фланчика по краям, то есть все как копина. Вот такой вот крутой КамАЗ получился, заглох. Все наклейки. А ты наклейки в точности как это? Да, это КамАЗ Мастер нам скидывал макеты, конкретно команда КамАЗ Мастер. И мы уже в размер кости их уменьшал. Потом мы с ним их клеили 5 часов. 5 сюда. Часов. Вот, то есть все очень. Ребята реально стараются над постройкой. Интересно, какая будет версия 2.0, 3.0. Да на самом деле внешне он будет такой же. Там, может быть, будут какие-то изменения по алгоритму работы электроники. Сейчас вот нету выключения с пульта освещения. То есть передняя люстра выключается с пульта, а полностью отключить освещение и звук пульта нельзя. Ну, так как мысль пришла уже поздно, решили пока оставить так, потом переделать. Ну, пока плюс списочек. Бег. Mm-hmm. Бег сейчас 3-амперный стоит, 8-амперный с Китая едет. Uh-huh. Нужно будет поменять. Так, и резина сейчас вот мощная, которая прям прет. Это что за резя? Да не знаю, какая-то 130-я резя с Алиэкспресса. Какая-то 130-я резя с Алиэкспресса. Ну, в принципе, что, погнали? Закатим 4 тачки. Так, а это что у тебя за модель? РГТ. РГТ-ха. А, это которая недавно, да, была популярна где-то год назад, там что-то на Ютубе? Ну, они сейчас все еще, и про них видео снимают и прочее. А, ну все, я ни разу даже только не видел. Только это не первая, а вторая РГТ. Вторая это РГТ. Уже с маленькими орехами, с широкими стойками. А у первой стойки находится вообще внутри рамы. Эти уже вынесены за раму. А, стойки, все, я встречал, внутри, да. А за раму. Видел, видел. И мосты длинные, они короткие. Короткие там что-то 90 идут мосты, а эти уже 140. Ага, ну все понятно. Так, посмотрим, как едет у нас КамАЗ. И Саня, посмотрим. Саня, это же первая вылазка, да? На КамАЗе первая? Первая вылазка на КамАЗе. Посмотрим, как он едет. Ну резина у него реально злая прям. Не проваливается из-за большого колеса, широкого. Да сейчас нас. Вот, кстати, это же диски 1.9? 2.2. А такие же есть 1.9, да? Подобные. Потому что я хочу такие 1.9, черные только. Колпаки такие, тазики. Но едет бодро. Что, Сань, не котлета? Не котлета. Не вездеход? Даже не сосиска с пюре. Сколько он весит? Не сосиска с пюрешкой, смешно. Сейчас килограмм будет. Что, Костян у нас на сосисках? Готовит? Да, как всегда. Сейчас небольшие хот-доги, как мы в прошлый раз, да, делали? Да. Мутить. Там у нас застолье. Они все вместе. Тусовка.4 на 4. Ч
Слушай, надо будет еще в лесок помчать, погонять. Да, сейчас это покушаем. Ты спортяру будешь оттаскивать или на дефе пока? А? На дефе будешь или на спортяре? Я спорта, наверное, достану, деф не едет. Не едет вообще? А может, на него резину закинем пожирнее? Как-то? Не. Не чё? Хочешь? Надо аксе, чтобы было. Призики дали. Классные. Магниты. Я как раз секундочки на работе. Спасибо. Это оцинковка, а та алюминиевая. Да, кто еще никому еще не достала? Подарочка маленького. Ну ладно, давайте оставим. Тачка у нас крузак, сделана на базе чего? Да на базе ничего, инжоровская. На базе инжоровская тачка. Ну, из, там от базы только это самое, карданы, тяги и рама. Буквально по минималке и здесь на тачке. О. Кузов тебе, кстати, почем зашел? Я не помню, что рубля меньше 4. Где-то 3 с копеечки, 3 без пяти. Называется трофи, приехали пока. Да, пацаны. Чей? Чалка или серва сама? Какой-то бампер у меня чисто. А ты на нем делал? Да. Все, значит, нет, сейчас. До канал все-таки серва, да? Да, все. Ну, мне кажется, там надо просто пожестче соединить. Да, да. Ну, либо да. Ты что, сейчас пойдешь за дефом? А? От дефа не уйдешь, да? Что уйдет? А у меня серво есть с собой. У меня тоже серво есть. Ты сейчас будешь менять на нем серво, да? Я твою серво еще не ставлю, жду, пока тебе придет. А? Книга это сразу. Что ты говоришь? У меня есть HD с собой. А моя серва пришла уже? Серво, короче. А? Почему? Твоя серва нет. А что он сильно? Что он? Он тебе в морду въехал? А? Серво сдохло. В морду тебе въехал, Костян? В ногу. Больно нет? А, в ногу? Больно нет? Не, нормально. О, и Костян. Ну что, тащи деф, Костян. Будешь с нами, с Саньком Копина, кататься. О, Тойота. Ну, сейчас мы его, сейчас мы еще подождем Кости, сейчас он дефа принесет. Сейчас он нагазуется просто так. За это, отойдет немножко. А ты до утра так? Он не зашел. Это называется дай физику гелик. Или дай гелику физику. Умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Что за дело так? Ой, какое классное место вообще. Кирюха, включи ты первую скорость. Убавь 50% газа и едь спокойно. Таня, а ты там что, попробуй, ты там должен проехать. Я-то? Ну. Сейчас посмотрим, как крузачок помчит. Вот тебя видишь, что он так дергает вперед? А что ты на первой? Все, да? Сел. Камеру подтолкни. Камеру сейчас сам сядет. Да. Запаску. Камера
такое ощущение, да, что жопа у меня тяжелая. Да, садится. Даже камеры на хорошей резине не едет. Сейчас посмотрим, как хаммер поедет. Что он там протолкает? Я там уже на это самое. Да. Велосипед, осторожно. А что за велик? Какая марка? Канандейл. Не, все, вот я. А лебедка есть? Нет. Лебедки нету, да? Я тоже тут потерял лебедку. Пока не разрыто, я думаю, он будет ехать, да? Надеюсь. Так, оператор пустой. Ты меня за Тойоту. Да, мигалка. Но у него-то труп на крыше, так что. Как бы это уже как катафалк. Все, покатушка окончена. Наша покатушка с точкой 4x4. Сейчас едем, упаковываемся. Собираемся и все, и едем домой. Сейчас еще час ехать домой, да, Костя? Да. Все, ништяк, катанули с пацанами. Вкусно поели плова. Один к одному, да. Спасибо за пловчик. Сериал, что бородатый. В общем, все, сейчас по тачкам, да, и помчим. Примерно где-то час от Екатеринбурга. В общем-то, день так прошел отлично. Вкусный плов. Сытный очень плов, кстати, был. Даже не доели. Да. Даже не доели. Мяса было много. Наваристо. Все, всем спасибо, что смотрели. Всем пока.